Клад, которому нет цены. По Тюмени нашли монеты времен Золотой Орды. Сотрудники музея частных коллекций обнаружили необычную находку этим летом буквально под ногами. Одну под Мулашами в районе реки Дуван, две другие в Ютровском районе. Каждая из монет весит по грамму. Всего в мире 25 таких экземпляров. 12 из них находятся в Эрмитаже. Кстати, это единственные монеты, которые чеканила Тюмень. Различали штемпели монет, и понимаем, что они разные, и можно говорить уже о длительном денежном обращении в Сибири. То есть это не разовый какой-то спонтанный выпуск, как там серебряники были, а длительное количество уже их выпускали, чеканили. Увидеть уникальные экспонаты можно в обновленной выставке музея частных коллекций областной столицы.